Добрый день, меня зовут Диана Гал. Мне 5 лет. Моего папу зовут Константин. Он работает геодезистом. Сейчас я вам расскажу, что знаю об этой профессии. Геодезисты с помощью специального оборудования делают различные измерения на местности. Папа мой ездит в Якутии на строительство газопровода «Сила Сибири». Это очень важный объект. Я скучаю по папе и жду его всегда домой.